Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на сайте Money Day. И в данном видеоуроке мы поговорим о том, как поставить кнопки социальных сетей на свой сайт. Вот как у меня. Итак, как же это делается? Если вы нашли это видео на YouTube, то снизу в описании будет ссылочка на эту страницу. Перейдите по ней, и вы попадете на данную страничку. Здесь конкретно все описано, я рассказываю, как это все делается, без проблем. Итак, мне очень нравится пользоваться сервисом Plusso, потому что именно им я пользуюсь, чтобы помещать себе... Точнее, я один раз им повоспользовался, и все. И мне этого хватило, и это круто. Все, в принципе, вот, я оставил даже ссылочку на него, перейдете по этой ссылочке. Вот, и попадете сразу на этот сайт. Чем он мне нравится? Тем, что здесь не надо регистрироваться. Самое главное, что вы можете просто так все сделать без регистрации. Итак, здесь, как мы видим, вы можете выбрать стиль кнопок, который вам больше нравится. Вот, вам просто надо нажать на него, вот этот или вот этот, какой больше вам понравится, на такой тыкайте. Вот, потом здесь вы выберете, какие вы хотите видеть у себя кнопки. Вы можете выбрать вот столько кнопок, сколько хотите. Вот. С правой стороны можете перетягивать влево, сколько вам нравится и какие хотите. Ну, я, в принципе, самый обычный использую, это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, там, ну, вот, в принципе, как вы видите. Ну, я сейчас просто для примера поперекидывал, вот. Можете Yahoo и тут. И все, что хотите, то и перекидывайте. В принципе, это ваше дело. Переходите дальше ниже. Вот видите, я накидал, и сколько у меня кнопок появилось. Вон сколько. Итак, вы можете сделать их средними, большими, мелкими, какими вам больше нравится. Но я советую делать большие. Итак, круглые, квадратные, в две строки. Ну, в общем, здесь все понятно. Без фона, с фоном. Вот, и, в принципе, все, и вот ваш код появился. Все, его вам надо просто скопировать, либо вот так просто нажать, и он уже скопирован. Все, всего доброго.